От Яковлева до Айги школьники всех районов республики познакомятся с выдающимися историческими личностями Чувашии. Причем ехать в Чебоксары им не придется. Выставочные галереи с авторскими стендами приедут к ним сами. В культурно-выставочном центре «Радуга» дали старт социальному проекту «Лица Чувашии», который получил грант президента России. Полностью погружены в планшеты. Директора школ, учителя решают задачи, отгадывают кроссворды. Интерактивная часть экскурсии «Лица Чувашии» заставляет думать напряженно. Вот эта викторина подразделена на начальные классы, средние визуально и старшие классы. Очень доступные детям. Вообще очень интересно. Каждый вопрос разную тематику имеет, хронологическую линейку, там разные-разные. Про нашего космонавта. Про Андриана Николаева, про Надежду Павлову, Чапаева и других выдающихся людей, составивших гордость и славу Чувашии. Вопросы соотнесены с героями и лицами на авторских выставочных стендах. Один стенд, один герой. Факты о нем на русском и на чувашском языках. Я думаю, школьники не просто посмотрят еще раз остальные этапы биографии, но более глубже погрузятся в ту историю века и более, наверное, сильнее будут ценить ту малую родину, на которой они проживают. Точно такие же выставочные галереи будут созданы в 21 сельской школе и поселятся там на постоянной основе. Ребята, познакомившиеся с экспозицией, смогут дополнить ее, выполнив задание конкурса «Мой народ, моя гордость». Они сами проведут исследования о выдающихся земляках своего района, создадут мультимедийный ресурс, и далее работы победителей будут выпущены отдельным DVD-диском и представлены школам нашей республики. Сотрудники «Радуги» объедут все районы, чтобы провести первые экскурсии с виртуальной викториной и, конечно, поделятся наработанной методикой. Кикин, Иванов, Егоров, Крылов. Внутри свертков экспозиция «Лица Чувашии». 21 копия, по одной на каждый район. Их представители школ заберут с собой. Дети всего района будут посещать эту выставку, изучать материалы, представленные в этом проекте. И школа станет своеобразным культурным очагом нашего муниципалитета. Первыми вглядываться в знаменитые лица и решать виртуальные задания начнут школьники Вурнарского района. Затем выставочные галереи по очереди откроются во всех муниципалитетах Чувашии. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.